Профессор у нас! Профессор у нас! Как понял? Профессор хочет писать. Я боец нужен. Нам пробу сыворотки. Ребят, мне боец нужен один сюда. Как приняли? Перепутал. Если там реагенты, значит, туда надо привезти профессора. Поняли, да? Он там что-то будет химичить. Огонь по окнам! Стоп, игра! Стоп! Заебись? Шучу. Игра крутая. Синий слили, если честно. Мы желтый победить за нас никто не уехал. А вот янки на игре все-таки воткнули. Флабешник. Ожидаемо. Да. Не знаю. Когда этого захватывали, там бесило. Я чуть ли без зуба не остался. Я еще говорю, мне язык не Офигеть. Профессор Тапкин. Это была битва за профессора, блин. Сколько людей вы убили своей вакциной? Один. Ну вот и все, игра окончена. Синяя команда слилась. Ну, многие уехали из-за дождя, не выдержали. И желтая команда в итоге победила. В общем, ребят, если вы хотите поиграть в страйкбол, присоединяйтесь. Пока-пока.